Какой-то шаг мы сделали, не знаю, вот мне такое чувство. Я, когда мы шли, ну, я чувствовал вот эту вибрацию, потому что первые, ну, не знаю, 30% дороги я был в тишине, меня не работали, потом встретил Тимура, он выручил. И это было очень интересно, потому что, ну, я танцевал, ну, вот это вот то, что я чувствовал от вас, и я слышал свое дыхание, как сердце бьется, потому что уши закрыты вот так были. Вот, и это, в общем-то, как-то про мою жизнь на самом деле. Я как-то собираю, и всегда где-то, ну, какая-то у меня, ну, вот я не совсем, ну, вот, типа вот, в компании всегда, где-то на волнорезе или где-то там на пагорбе каком-нибудь. Куда бежишь? Вот, но сейчас мы в круге, и он очень теплый.